Однажды вы знали меня как обычного виндея. Сегодня я буду оценщиком тренда. Не. Сегодня мы с тобой, короче, посмотрим трендинг. Точнее, не полностью трендинг, а зашел я сегодня в трендинг и смотрю. Baldi Basics Animation! Ебой, можно захайпиться! Я подумал, что можно поснять это на Виндяя и сделать на это реакцию, потому что я не смотрел ни одной анимации на Baldi. Я считаю, что они слабенькие. Но, я не имею права говорить раньше, да? Я не имею права говорить до того, как посмотрю это видео, поэтому давай посмотрим видео. А потом застрём его. Нет, мы не будем этого делать. Это не наш стиль. Ну что, видео от парня по имени Локман. Baldi Basics Animation. Марио, да, там есть Марио, там есть Соник, я не знаю, что они забыли в Baldi Basics, но они там есть. А, ну вот. Да, да, вот примерно так же я бы рисовал, если бы я рисовал. Слушай, а здесь есть субтитры? Мама мия! Воу! Watch it! О! Here we go! What the fuck? Я пока не... О, Baldi! Ее, Baldi появился! Господи. У него такое выражение лица, будто он готов их есть. Всех дружно изнасиловать. Ответьте на три вопроса правильно, и тогда ты получишь что-нибудь особенное. Просто пишите правильный ответ. 3+2. Как трудно. 5. Ну ты видишь, классная анимация, классная же анимация. Ого, о, как это трудно. Мама мия. Паста. Я бы ответил 42. Вот какой голос тебе больше всего нравится в Baldi? Вот кто играл в Baldi? Кто тебе больше всех нравится вот конкретно по голосу? Мне, наверное, вот этот директор, он знаешь, такой... Не нужно бегать никогда в школе. Когда же ты уже научишься? Не знаю, у него какая-то такая... Но он меня бесит. Он мне нравится, но бесит, потому что у него слишком спокойный голос для того, чтобы нормально к нему относиться. Это достойно трендинга! Дамы и господа, мы увидели самую лучшую анимацию! Анимации, которые занимают огромное количество времени и труда... Не. Анимации по Baldi, которые сделаны, мне кажется, на коленке, хотя и все равно здорово, что сделали, но это не то, что должно... А, и ладно. Тут даже движения, по-моему, нет особого. Вот да. Такое же выражение лица у меня было, когда это увидел. 1+1, Tails. 12-3, длинное время. 4-2, не вижу. Соник. Соник, походу, немного тупенький. Нет, смотри-ка, здесь есть движение. Я только додумался. Здесь есть движение. О, Sleeping Time! Вот это мой любимый персонаж. И все. Теперь Пэкман. У Пэкмана нет рук, поэтому Пэкман не может ничего писать. Проблема. Не знаю, кто взял его в эту школу. Ого. Банан. Чё, правильно? Банан. Банан. Похоже, банан это на все ответ. Вот этот вот макака напоминает мне некоторых друзей моей из школы, которые ничего не знают, абсолютно ничего не знают, отвечают какую-то откровенную херню, но при этом получают правильные оценки, хорошие пятерки. Да, и ведут из себя точно так же. Мама мия. Вот почему это в трендинге? Вот твои видео тоже попадают в трендинг, потому что они говно. Чш! Тихо. Мои видео в трендинге, потому что я тружусь над ними. Вот тебе понравилась эта анимация? Вот честно скажи, тебе понравилась эта анимация? Автор, конечно, молодец. Автор молодец, я оставлю ссылочку на него. Молодец, что он взял тему, молодец, что он сделал правильную анимацию по этому всему. Но просто она слишком простенькая, по-моему. И сюжет здесь слабый, почему я оцениваю анимацию по сюжету? Ой, это самое лучшее видео по Baldi Basics. Это, по крайней мере, не летсплей, как некоторые летсплейщики делают миллионы один видео по Baldi Basics. Нет, это анимация, причем анимация хорошая. Я нашел самое лучшее видео по Baldi Basics. По Baldi Basics.
Это самое лучшее видео. Я ставлю этому видео 10 из 10, оно правда классное. У тебя еще возникают какие-то вопросы, да? У тебя еще возникают... Посмотри на эту анимацию, какая же она хорошая! Ты посмотри, как он идет! Как он идет, какие у него руки, какие у него лицо, какая у него мимика! Бляха, это так круто прям вообще! Вот смотрю и не могу. Он нашел Пэкмена, что же будет дальше? Он шлепает себя по рукам, при этом даже не двигая руку, он просто бьет себя по повернутой руке. Дальше дает задание Пэкмену, и Пэкмен решает правильно. Пэкмен мозг. И что же произойдет дальше? И дальше он бьет себя по руке, Пэкмен смотрит. Эффекты лучше, чем в Justice League. Ну. И вот он, самый главный враг. Мне очень страшно. Что не так? Почему? Вау, он вернулся! Вау, он вернулся! Ого, это было страшно. Еее, подписывайтесь на канал. Аниматоры, которые делают реально годные анимации, на них никто не обращает внимания. На Ютубе очень трудно понять свои анимации. Но аниматоры, которые делают вот такие вот анимации на коленке, получают миллиарды просмотров, миллиарды популярности, миллиарды всего на свете. А ты вообще делаешь реакции, пошел в жопу, ты не можешь об этом... Я глаз народа. Я без меня, откуда ты узнаешь, какое видео хорошее, а какое нет? Я полезный. Я так себя убеждаю. Ладно, ребят, на этом все. Напишите в комментариях, серьезно, мне интересно, что вы думаете об этих вот анимациях? Они вам нравятся или нет? Может быть, просто я не шарю, и может быть, эти анимации на самом деле я должен любить, и они должны мне нравиться? Хз. Напишите в комментариях, короче, что вы думаете. А пока на этом все. Всем пока-пока-пока. До скорого. Удачи.